Приветствую вас, коллеги. Вот столовая, в которой питаюсь уже много лет, хотела вам про нее немножко рассказать. Она сохранилась действительно в очень уникальном состоянии. Столовая строилась 50 лет назад, и мы сейчас с вами увидим, как 50 лет назад пытались максимально ее украсить. Какие техники применяли, что применяли, она сохранилась практически в первозданном виде. Такое очень редко бывает. Одна из единственных столовых. То есть посмотрим. Значит, приступим, короткий экскурс проведем. В то время уже делались вот такие горельефные, барельефные лепнины. Они все гипсовые. Вы можете себе представить, сколько труда требуется человеку, чтобы залить все эти формы красиво, правильно, и еще дополнительно установить. Вы можете убедиться, что каждая мельчайшая деталь прописано. То есть для тех времен это считалось нормально, это считалось очень красиво. Да и сейчас это необычно. Слышите, гипс. Но гипс очень крепкий. В то время не жалели мрамор, использовали, что считается очень дорогим удовольствием. Мрамор настоящий, может быть, он не так качественно выполнен в том плане, что сама подгонка, да, но, как известно, мрамор считается очень хорошим акустическим материалом, то есть очень хорошая у него акустика, вот, не жалели мрамор и поэтому использовали. На полу все то же самое осталось, это у нас крошка мраморная и посередине стекло, то есть, и так вот ковром немножко выстелили. Здесь когда-то были шторы, но штор уже нету. Потом дальше на потолке можно заметить вот такие элементы декора, элементы лепнины. Потайной борт, то есть в таком вот фрагменте все было выполнено. Фацетные зеркала, как бы фацетные. Все это все сохранилось. И еще мы пройдем, посмотрим, это уже с другой столовой привезли. Потому что разговаривал с руководством. Это тоже с другой столовой. Вот такие вот рисуночки. Я помню, в школе учился, у нас тоже были красиво разрисованы. То есть, представляете, я даже не знаю, на холсте это сделано. А, это сделано на таком как бы кордоне. Привлекали художников, не жалели. И присутствуют традиционные белорусские орнаменты, традиционная белорусская одежда. Вот так вот. Тоже вот эта вот стена. Пытались как-то украсить. Это у нас такой мягкий немножко материал. Как сами можете убедиться, очень все хорошо сохранилось. Mm-hmm. Хотите, можешь это рассказать? Mm-hmm. Кстати, столовая очень недорогая. Здесь буквально за $1 можно очень хорошо первое, второе, третье покушать. Да, за 15 тысяч можно, в принципе, даже за 15. Очень хорошая столовая, качественно делают. Находится она улица Московская, если кто для брещан, напротив дворец водных видов спорта. Вот, так что рекомендую. Вот такой вот сегодня репортаж был. Все, ребята, всем пока. До новых встреч.